Но произошло чудо. У нас 10 лет не было детей, и когда я начала активно массово рекрутировать в интернете, да, вот как раз вот девушка пришла, я в один месяц делала 100 регистраций, я поняла, что нужно делать и как нужно сделать, я узнала, что я беременная. Причем в тот же день я ушла в декретный отпуск, когда я узнала об этом. То есть если нормальные женщины уходят на 7 месяце, да, в декретный отпуск, я ушла в первый день сразу, потому что для меня это была очень ценная беременность. И вышла на 7 месяце из декретного. Почему? Потому что я знала, что уже все, 7 месяцев прошло, все, плод сформирован, я могу делать все, что хочу. Вот. И тогда уже начала активно понимать, что просто перепись населения ничему не дает. Нужна четкая система обучения. И это гораздо более жесткая система, чем в реальной жизни, если бы ты работал. То есть я весь опыт офлайн переносила в онлайн. По поводу беременности, это уникально. Вот для меня это было что-то, это было просто самый главный подарок жизни, потому что у нас 10 лет не получалось. Что мы только не делали, мы делали ЭКО, ИКСИ, вот 10 лет все врачи, все специалисты, было что-то жуткое, да? Когда я забеременела, у меня был шок. Как? Что? Что же могло такое повлиять? Я пошла ко всем специалистам и показала, что я бросила все лекарства. Я сказала, на это поставила крест, потому что последние там вот эти вот все подсадки вот, довели меня до реанимации, и я еле выжила. То есть я муж сказал, что все, еще чуть-чуть и установим кого-нибудь. Да? Я всем показывала, что такое, как, может ли так повлиять, да? Почему так, еще был, мне сказали, да, ну, как бы сейчас расскажу, но пошли совпадения. А у нас новосибирский филиал, руководство. У нас разница с детишками буквально 2 месяца. Те, кто долго не мог забеременеть, да, иметь детей, пошло бэби-бум. То есть Наталья Гришаева, Ладыгина, Дерибаскина, Слуцкая. Ой, там буквально действительно беременность пошла. Вот. Я, конечно, узнала ответы от лучших специалистов. Они мне рассказали. Но главный ответ я получила от Стига Стена. Кто знает, кто это? Да, да. Вот, кто был в эгилёзе со мной? Вот, да? Я задала такой вопрос, как мог ли wellness повлиять? Потому что я написала историю на сайте, порядка 20 уже официальных историй написали люди. В чем же секрет? Все врачи отвечали одно. Да, wellness – это не лекарство, но что туда входит? Правильные белки. Что мы услышали? Что 300 миллиардов клеток, правильно, обновляется ежедневно, а мы питаемся с вами неправильной пищей. Просто-напросто у вас не хватало либо каких-то минералов, каких-то витаминов в организме, да, чего-то, белков, белки были неправильные, то есть клетки наши, у нас клетки, нервная система, репродуктивная система, просто пищеварение, все, это ежедневные клетки, которые обновляются. И каждому нужен свой какой-то запас. То есть и это не единичный случай. Я говорю, wellness – это не лекарство, чтобы забеременеть, да, вот кто хочет, потому что меня спрашивают очень много. Это просто правильное питание. Вот такая вот произошла история. Дальше. Удивительное совпадение. Все wellness-дети здоровые, с сильным иммунитетом. Беременность проходила легко. Да, и дети, все, то есть вот у нас вот поколение wellness-детишек, они быстро развиваются. Ну, кроме того, мы, да, сейчас и во время беременности, и после, это wellness, все wellness-продукты, и наши детишки сразу же с омегой, с нашими витаминками. Поэтому, если у вас есть такие истории, слышали, то, пожалуйста, прошу, напишите на нашем сайте, да, чтобы мы копили такие вот истории. Говорю, что wellness – это не лекарство, это просто-напросто правильное питание, правильные витамины, которые помогают нам.